Жители тайских селений на приграничных с Камбоджей территориях вынуждены покидать свои дома. В пятницу войска обеих стран возобновили перестрелку на участке границы возле древнего храмового комплекса Прях-Вихиар. Причина конфликта, начавшегося еще в феврале, в том, что и Камбоджа, и Таиланд заявляют свои права на древнее строение, которое было внесено в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО еще в 2008 году. Кто первым открыл огонь в прошлую пятницу, неизвестно, но и камбоджийская, и тайская стороны в очередной раз обвинили в этом друг друга. На сегодняшний день с обеих сторон уже погибло по меньшей мере 11 солдат. Премьер-министр Таиланда Абхисит Витчачива в воскресенье призвал Камбоджу вернуться за стол переговоров, а также обвинил соседа в чрезмерном раздувании проблемы и привлечении к ней международного сообщества. Я часто общаюсь с военными. Мы понимаем, что для каждого тайца защита нашего суверенитета является важным вопросом. Тем временем мы не попадаем в ловушку камбоджийской стороны. Они пытаются раздуть эту проблему, пытаются показать, что этот вопрос не может быть решен на двустороннем уровне. Это первый инцидент после того, как несколько месяцев назад обе стороны заключили мирное соглашение и прекратили перестрелку.